Еще раз доброе утро, друзья. Сейчас самая сложная задача. Сейчас вот максимально собрались те люди, у которых точно работает шестое чувство. Итак, Надежда Васильевна, помимо того, что собралась, еще и до нас дозвонилась. Надежда Васильевна, доброе утро. Доброе утро, Надежда Васильевна. Доброе утро. Прекрасно. Мы рады, что вы начинаете этот день вместе доброе с нами. Доброе утро, доброе утро. Скажите, пожалуйста, Надежда Васильевна, знаете ли вы правильный ответ? Кто конечно. Есть кто из них? Давайте. Номер два порвет грелку. Это хорошо, только у нас номера два, к сожалению, нет. У вас да. Есть... Он четыре. Вы внимательный, Павел, с утра. Номер четыре. Ну, давайте знакомимся, Надежда Васильевна. Я так долго этого ждала. Итак, Анна, знакомьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Доброе утро, меня зовут Дмитрий. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы рвете грелки? Давай так, Дмитрий, вы занимаетесь надувательством? Нет. Нет. Так, теперь как? Еще какой-нибудь вопрос. Еще хитрый какой-нибудь вопрос. У вас есть бизнес с шариками связанный? К сожалению, нет. Тоже, к сожалению, нет, Дмитрий. Тогда давай ребром. Вы рвете грелки? Вы знаете, я их не разрываю. Я их надуваю и лопаю. Какая прелесть! Надежда Васильевна, мы вас поздравляем, вы выигрываете. Я прямо сейчас, с вашего позволения, вот у нас здесь заготовлено. Итак, грелка советская, образца рождения... Закрытая. 1988 года, понимаете? Да, ты еще тогда не родился. В 88-м как раз это год моего рождения. Итак, Анечка, ну давай так, если у Дмитрия все получится... Отдам тебя замуж. Это началось, мне кажется, тут какой-то итак, дорогие друзья, давайте поддерживать. Смотрим. Дмитрий, давай! Боже мой, это не громко. Это громко и это страшно. Аня, ложись! Вы представляете, за 30 секунд, а? В дребезги. Понял? Это мне, оставьте мне итак, значит, Надежде Васильевне, Дмитрий, во-первых, спасибо вам огромное. Надежде Васильевне достается грелка. Нет. Надежде Васильевне достается возможность выиграть два билета. А грелка достается все-таки тебе. Правильно ты решила. А вот, кстати говоря, повезет мне сегодня или нет, знает Александра Парыгина. Ну, я про звезды. У тебя грелка есть, конечно, повезет. Давайте посмотрим.